Всем привет, это проект Мотиватор. Сегодня нас наш друг Сергей Бурмистров пригласил на тренировку по карате. Сергей, расскажи, какие планы сегодня на тренировку? И на будущее. Привет, друзья, я рад приветствовать вас у нас на тренировке. Сегодня тренировку будет проводить Артем Каханов, 4-й дан, Киокушин Будокай. Вначале легкая разминка, поработаем на лапах. Ну и в конце тренировки будут спарринги. Хамза, возьми. Хамза. Да, смотришь на противника, показываешь, что бьешь. Возьми ты подушку. Почувствуй, как это. Расскажи. Да, ну он и стоит, понимаю. Че, как? Ну нормально. Нормально? Вот это нормально. Вот это прошел. Я понял. Ребята, я благодарю вас, что вы пришли к нам на тренировку. Этот путь вы прошли достойно. И от нашей дружной команды, вашей дружной команде, ОС! УС! Вам тоже большое спасибо, что позвали. Мне очень понравилось. Я первый раз в таком виде карате. Я чувствую, что у меня что-то получилось. Поезд какой-нибудь я бы отобрал бы точно. Месяц бы позанимался, я бы отобрал. Все, спасибо большое всем ребятам. Новосибирское региональное отделение всестилевого карате России приглашает всех желающих принять участие в чемпионате Новосибирской области. Чемпионат Новосибирской области будет проходить в двух местах. Ограниченный контакт будет проходить 30 апреля в спорткомплекс «Кристалл», город Бирск. Полный контакт и средства защиты будут проходить улица Тюленина 27-29 апреля. Два дня, пожалуйста. Все желающие могут подавать заявки. Занимайтесь спортом. ОС. ОС.